Всем привет, дорогие друзья! Воскресенье, и мы сегодня едем на празднование дня рождения. Друзья пригласили на празднование дня рождения их сына. Сегодня ему исполняется 9 лет. И сегодня я вам покажу, как же празднуют детские дни рождения в Турции. Празднуют их обычно не дома, а где-то на природе или в кафе с друзьями. Поэтому оставайтесь с нами, я думаю, что вам будет интересно. А вот, кстати, и подарок. Я уже говорила, в Турции дни рождения празднуют в основном не дома, а в каких-то кафешках или в специальных детских клубах. Мы сейчас празднуем день рождения в одном из кафе. День рождения, даже этот день рождения, он не такой уж веселый, как мне показалось, потому что все детки на улице, они там играют в футбол, гуляют, а взрослые просто сидят в кафе наверху, вкусно кушают, пьют чай, кофе. В общем, мы уже покушали. Я покажу вам чуть позже, как выглядит кафе изнутри. А сейчас я вышла на улицу, чтобы как раз зайти в кафе и показать, как оно выглядит изнутри. Но решила вам показать и кошачий домик. Я думаю, что многие из вас знают про этот кошачий домик, но покажу вам. Находится он также в центре Алании. И здесь очень много кошек, всяких разных котеек. Ой, ну что ты боишься? Что? Не бойся. Такой красивенький. В общем, друзья, здесь много, много кошек. И этот кошачий домик. Ой, ты. И этот кошачий домик принадлежит мэрии Алании. Здесь кошечки отдыхают, спят. Также здесь их кормят. Точно сколько кошек здесь, я не знаю. Зайти внутрь могут только работники. Вот вы видите, много специальных домиков, какие-то подставочки для кошек. В общем, кошечки куда-то разбежались буквально недавно. Ой, прыгают со всех сторон. Недавно, минут, может быть, 15 назад, их здесь было очень много. Но сейчас они куда-то все убежали. А, вот пришел, наверное, дядечка их кормить. Да. Дает им еду. Самые умные пришли кушать. Вот еще один. Ой, какой красивенький черный котик. В общем, друзья, если вы хотите увидеть кошек, приходите в этот домик. Буквально минуту назад солнце уже зашло. Я делала прямой эфир на Фейсбуке, когда еще солнце было не за горизонтом. Поэтому обязательно заходите в группу на Фейсбуке, подписывайтесь, и там вы будете видеть самые последние новости из Алании, что происходит, и, конечно же, прямые эфиры. Но сейчас народ уже расходится. Когда было солнце, было много народу. Сейчас народ уже расходится, потому что становится прохладно. Быстренько пробегусь до моря, покажу вам, что там есть, и вернусь обратно в кафе. Погода в Алании, кстати, теплая. На солнце, наверное, градусов 25. В море вода, морская вода, температура 20,5 градусов. Вот вы видите, все уже переместились в кафешки, нагулялись, надышались свежим воздухом. И здесь в Алании находится вот такая вот улица ремесленников. Я вам ее уже показывала. Здесь вы можете купить различные изделия ручной работы. Украшения, вязаные всякие разные изделия. В общем, много-много всего интересного. И что самое главное, недорого. И еще что самое главное, это все ручная работа. Ой, посмотрите, кошки везде. И здесь наверху спят, и вон там на столе. Также здесь есть художники, я думаю, что они уже открыли свои мастерские, которые рисуют портреты. Так что вы тоже можете заказать свой портрет, если хотите. Их вам я тоже уже показывала. Ну, а набережная выглядит вот так вот.
Вот видите, здесь еще есть такая рамочка, где можно фоткаться на память. Каждый год исправляют год. Раньше был 13-й, 14-й, теперь сделали 17-й. Как я уже говорила, народ расходится постепенно. Когда было солнце, было очень много народу, а сейчас все постепенно расходятся, потому что становится прохладно. До сих пор продают кукурузу и финики, друзья. Очень классная пальма. Посмотрите. Просто обалденная красота. Также можно прокатиться по вечерней Алании на лодке. Ой, какие здесь красивые пальмы. Посмотрите, просто необыкновенно красивые. Их еще подрезают каждый год. Но очень-очень-очень красиво. Так, вот здесь еще художники. По-моему, 25 евро, что ли, стоит портрет. Дальше Красная башня, крепость. Ну и готовят знаменитый балык экмек. Кстати, самый вкусный балык экмек мы ели в Стамбуле на Кадыкёе. А вот и Красная башня. Отсюда видна. Скоро солнце уже совсем уйдет. И Алания превратится в необыкновенно красивый город. Зажгутся везде огни. Они будут отражаться в воде. Ну, в общем, очень-очень это все красиво смотрится. Вот так вот выглядит набережная прямо после захода солнца. Красиво там вот вдали смотрятся горы в лучах заходящего солнца. Солнце еще не совсем зашло, но нам отсюда уже не видно. А на горы падают еще лучи заходящего солнца. Сейчас дойдем до пляжа, я вам покажу получше. А вот там наверху, видите, видны I love Alanya, я люблю Аланию, буквы. И там сейчас строят новый рекреационный парк. Будет очень-очень красиво. Ну, а здесь у нас мы уже подходим к пляжу, который находится прямо за мэрией Алани. И посмотрите, какая красота открывается. Просто невероятно. Горы в лучах заходящего солнца. Просто что-то невероятно красивое. Можно любоваться без слов. Кстати, до захода солнца здесь было очень много народу. Играли дети, даже кто-то купался. А как только зашло, через 5 минут никого не осталось. И прямо вот здесь, вот на этой площади за мэрией Алании, к 10 декабря поставят елку. И 10 декабря здесь будет проходить рождественский рынок. Международный, проходит рождественская ярмарка, кстати, каждый год в Алании. Это очень красивое событие, участвуют представители многих стран. В общем, с концертом очень-очень красиво. Поэтому, когда будете в Алании, если будете в Алании 10 декабря, обязательно сюда приходите. Вот видите, развивается какой-то плакат. Ну, в общем, друзья, вот так вот все это выглядит в Алании вечером. Нагулявшись и нагуляв снова аппетит, я прихожу сюда уже второй раз, потому что делала еще трансляцию в Фейсбуке. Я возвращаюсь обратно в кафешку и наконец-то покажу вам, как выглядит, ну, в принципе, стандартные кафе, где празднуют день рождения. Сейчас мы туда с вами и отправимся. На набережной против мэрии еще вот такой вот детский парк, видите? Деток много, мама отдыхают. В общем, очень такой хороший парк здесь есть. Летом здесь особенно классно, потому что в тени деревьев детки могут спокойно играть, ну а мамы
или папа отдыхать. А вот еще один парк в центре Алании. Посмотрите, какая красота, цветы. На улице середина ноября, а у нас цветут цветы. Особенно посмотрите вон туда, очень-очень красиво. В этом парке, кстати, классно отдыхать летом. В самую жару сидеть под вот этими навесами. В бассейне рядом плавают рыбки. В общем, очень красивое место. Еще в Алании есть вот такая вот импровизированная улица с зонтиками. Ну а кафе, в котором мы сидим на третьем этаже, выглядит вот так вот. Здесь много всяких вкусняшек. Сейчас поднимаемся на второй этаж. Кстати, мне здесь очень нравится лифт. Он не кнопочный, а... Господи, как же это называется? Тач. Сенсорный. В общем, видите, вот такие вот кнопочки. Поднимаемся в лифте на второй этаж, на террасу. И там детки все играют внизу, а взрослые сидят наверху, общаются, как я уже говорила, пьют чай. Сейчас покажу вам, что осталось из вкусностей. Было, кстати, очень вкусно, домашняя еда и торт. Со столов уже все убрали, друзья, ничего я вам не покажу. Ну, в общем, давали сарму и всякие разные вкусности домашнего приготовления. От тортов осталось вот что. А, уже все разошлись. От тортов осталось вот что. И из гостей осталось вот что. Айханы персы. Видячек Юра. А, мерба. Там чек девам исен. Ben çektim zaten. Beni de çek. Ben de burada. Bak onları çek. Ben de ünlü olmak istiyorum. En çok arkadaşım istiyor ünlü olmak. По-русски. По-русски? Да. Русски давали. Мы хотим известный человек. На раз. Хотим быть известным. Да. А где ребенок? В общем, вот там вот лежит наш подарок. Мы ждем ребенка, чтобы подарить ему подарок. Сказали отдать маме, но как-то не классно, да? Или нормально? Нормально. Ну, ладно. В общем, пришли на день рождения к ребенку, а ребенка я так и не увидела. Ребенок играет. Ребенок играет внизу, и, в общем, его я так и не увидела. Вот, так что, друзья, мы уже уходим все. Все разошлись, никого нет, мы последние. Идем дальше гулять по Алании. Вот и ребенок, который празднует сегодня день рождения. Как зовут Айхан? Как зовут? Топрак. Топрак. Каще шенде олдун? Докус. 9 лет, а? Большой. Футболист будет? Сам футбол джи мола, Джексон? Нет. Анги таком дойнича? Галатасарай. Önce Alanya Spor'da oynayacak, sonra Galatasaray'da. Yavaş yavaş bir şey. Galatasaray. Bu kayıtta mı? Evet, kayıtta. O zaman görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Reportajı bitir. Солнце зашло, мы легко одеты, решили не гулять больше по Алании, на дне рождения немножко устали. И сейчас едем на рынок, потому что у нас не осталось ни фруктов, ни овощей, точнее фруктов не осталось. Поэтому сейчас быстренько зайдем на рынок, купим апельсинчиков, мандаринчиков и поедем уже домой. Сейчас мы находимся на рынке воскресном на Хаджете. Вот вы видите, виноград 2,50, мандарины уже по одной. Помидоры лира 50. Апельсины, мандарины по 2 лиры. Гранаты 3-2 лиры. Сейчас вечер, все стараются распродать. Яблоки 3 лиры. Мандарины 1,5. Авокадо. Видите, штука 3 лиры. Бананы 3,50.
Что-то здесь разбирают. Помидоры, наверное, дешевые. Агапты. Скидка на помидоры, народ раскупает помидоры. В общем, вот так вот прошло наше воскресенье. Сейчас закупимся фруктами и поедем домой. Ну, а вам желаем всего хорошего. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Ставьте пальчики вверх. Пока-пока. Комментируйте. Ну, а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. Сам не были персоня, а...